Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Это уже 25-й раз, 25-й год, как мы ведем передачу из нашего молитвенного домика, нашего семейного места радости. Слава Богу, аминь. Здесь, на юго-западе Арканзаса. Мы просто хотим разделить с вами это место. Мы весьма наслаждаемся им. Это место, которое есть у нашей семьи с тех пор, как мы с Глорией поженились. Ее дедушка, мистер Нис, а Глория родилась в 3 километрах отсюда, чуть западнее отсюда. Он занимался выращиванием персиков. У него были персиковые сады на разных участках. И это все был персиковый сад. И раньше они не понимали, либо им было все равно, насколько не полезно использовать слишком много удобрений. И это не самая плодородная почва, когда дело касается самопополнения своих ресурсов, потому что она очень каменистая. И они использовали слишком много удобрений. И деревья в буквальном смысле слова загоняли себя. Они достигали такого состояния, когда на них все еще распускались листья, но плоды уже были плохими. Поэтому мистер Нис вырубил все эти деревья. И это место превратилось просто в пастбище. Когда мы с Глорией поженились в апреле 1962 года, он привез нас сюда и подарил нам 4 акра прямо за основным домом. Вот так он поступил. Взял и подарил нам 4 акра прямо за основным домом. Там, за камерами, где стоит этот бревенчатый дом, и где там дальше пруд. С этого все началось. Не было никакого дома. Никакого дома. Только камни. Только камни. Аминь. Пруда тоже не было. Да. И я стоял там, за небольшим холмом. И Господь показал мне этот пруд. Мы тогда совсем недавно приняли спасение. Но я увидел этот пруд. Я увидел там эту канаву. И это было пересохшее русло ручья. И одно из моих первых переживаний в моей христианской жизни в том, что касается слова от Господа, я тогда ничего об этом не знал. Но я просто знал это в своем духе. И сейчас, оглядываясь назад, я фактически услышал Бога. И я переживал такое, будучи еще мальчиком. Но я не знал. Я не знал, что это было. Я думал, все переживают такое. Это не был слышимый голос. Забудьте о слышимом голосе. Что если бы все христиане в мире одновременно слышали слышимый голос Божий? Боже мой, вы бы ничего не смогли услышать. По всему миру стоял бы просто сильный рев. Нет. В основном. И его слово приходит в вашем духовном человеке. Да. И он сказал, запруда должна быть прямо на том месте. И я запомнил это место рядом с тем деревом. Она должна быть прямо там. Да, хорошо. И затем кто-то сказал, департамент по охране природы сейчас проводит программу, по которой, если вы захотите, они могут вырыть для вас пруд. Конечно. Мы сообщили им о своем желании. Они приехали, провели георазведку и сказали, «Мистер Копланд, запруда должна быть здесь». Я подумал, «Да, я сам мог вам это сказать». Потому что они указали прямо на то место с тем деревом. И они выкопали пруд. И потом, позже, для детей, он стал их местом. И это было просто удивительное место. И затем, когда мы начали расти в служении, и наше служение начало развиваться, мы приезжали сюда и проводили время в молитве. Искали Господа, получали направление. И это стало местом общения с Ним и общения с нашей семьей. Я помню одно из первых партнерских писем, которое я написал. Я приехал сюда и молился, и искал Господа в отношении того, что написать нашим партнерам.
Слава Богу. Поэтому здесь много всего произошло. Отец, мы благодарим Тебя сегодня Спасибо за эту тебе, передачу. Иисус. Мы воздаем Тебе хвалу, честь и благодарение. И мы открываем свое сердце, мы открываем свой разум для откровения с небес. Мы принимаем. И мы благодарим Тебя за него. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. И да, я хочу сказать всем нашим партнерам, всем вам, кто жертвовал на новый телевизионный грузовик и на все это новое оборудование, это первая программа, которая записывается с помощью этого нового телевизионного грузовика. Слава Богу, этого современного оборудования. И вы должны понимать, для комплектации такого грузовика мы не нанимаем кого-то извне. Нет, его комплектовали наши люди. Слава Богу. И мы пожимаем вам руку. Да, аминь. Хвала Господу, потому что, ребята, замечательная работа. И, Господь, мы благодарим Тебя, потому что только у Тебя есть все эти умения и навыки. Спасибо это большое. Не мы, слава Богу, мы это понимаем. Поэтому, партнеры, наслаждайтесь этим. И мы благодарим вас за то, что вы сеяли в это. И эти хорошие цветы настоящие. Вещи. Да. Они настоящие. Разве они не красивые? Как ты их называешь? Гортензия? Нет, не гортензия. Гортензия, ты даже не можешь правильно это выговорить. Гортензия. Вот что это. Как? Гортензия. Тензия. Гортензия. Не смеши меня на телевидении. Ты знаешь, они не больше, чем я. Глория, слава Богу. Хорошо. Откройте сегодня вместе со мной свои Библии на 102-м псалме. Это один из тех пророческих псалмов, который был обетованием. Он был действующим в Ветхом Завете, но был пророческим для Нового Завета. Фактически, это пророчество о теле Христовом. Фактически, давайте поговорим немного об этом перед тем, как прочитаем эти слова. Бог сотворил человека. И Он благословил его, сказав, «Плодитесь». Адам не был плодовитым, пока Бог не сказал это. «Размножайтесь». Он не мог размножаться, пока Бог не сказал это. «Наполняйте». Или «постоянно пополняйте запасы земли во всем необходимом». Они не могли этого делать, пока Бог не сказал это. И затем Бог сказал, «Владычествуйте над землей и обладайте ею». Он не мог бы этого делать, если бы Бог не сказал это. Поэтому что происходило? Бог наделял его той же самой сверхъестественной силой, которая сотворила все материальное. Поэтому это крайне важно. Именно поэтому это было в самой первой главе книги Бытия. И Бог, особенно когда вы видите английский перевод Библии, который был сделан евреями, еврейскими переводчиками, вы заметите, что в некоторых этих переводах сказано, в начале благословленный сказал, «Свет, будь». И стал свет. О, да. Говоря о нем, как о благословленном. Потому что именно сила благословения, которую мы знаем как благословение Господне, и сотворила все это. Поэтому это самая мощная передача власти небес человечеству на земле. Благословение Господне. И это очень важная информация. И это никогда не изменялось и никогда не изменится.
Мы знаем, что с ним сделал Адам. Он просто промотал его. И вы видите, что первое, что Адам сделал, он попытался восполнить свою нужду в одежде. Я думаю, не слишком успешно. Это очень важно. Да, но сейчас, Глория... Это было очень важно. Внимание. Это самая первая картина. И самая лучшая Хорошо. Картина неспособности человека восполнить свои нужды. Потому что у него по-прежнему нет способности это делать. Успешно. Да. Он не может этого делать. И как-то раз я молился об этом, и я в действительности особо и не думал о том, что я собираюсь сейчас сказать. Но я молился насчет этой вавилонской системы, которая была создана после того, как Бог благословил Ноя и его сыновей, сказав им то же самое, что он сказал Адаму. И затем Хам и Иофет сделали то же самое, что сделал Адам. А Сим держался этого, и он стал Мелхиседеком, тем, кто благословил Авраама. И Бог благословил Авраама и его семя. И затем вы видите, как это все доходит до нас. Затем Христос был сделан проклятием за нас. Аминь. Зачем? Чтобы мы через Иисуса Христа могли получить благословение Авраама. Поэтому, в любом случае, вот эта могущественная сила. И я размышлял над этим. И вавилонская система была создана людьми, пытающимися восполнить свои нужды без Бога. «Давайте построим башню», — сказали они. Да, они попытались. «Мы сделаем себе имя прежде, нежели рассеемся по лицу всей земли». Что ж, конечно, они должны были рассеяться по лицу всей земли. Это то, что Бог сказал им сделать. Это было волей Божьей. В этом и была суть этого благословения — создавать Эдемский сад по лицу всей земли. Но они не хотели этого делать. И это породило первого царя по имени Нимрод. Именно он подчинил всех людей себе. И появилась Вавилонская система. И Бог сказал, «Вавилон», что означает смущение, путаница, состояние спутанности сознания человека. Он может возводить что-то настолько большое, но без благословения Господнего он не может порождать умножение. Поэтому он пытается продолжать делать это все большим и большим, чтобы он мог за счет этого жить. И чем больше оно становится, оно не может воссоздавать. И оно не может давать умножение. Поэтому человек пытается сделать это еще большим. И это становится настолько большим, что человек уже не может управлять этим. И тогда оно рушится. Оно достигает этого верхнего предела смущения. Вавилон, Бог своим словом поставил этому предел, и оно рушится. И это произошло с их башней, это произошло с городом, который они построили, это происходило с каждой империей. И мы будем говорить о том, что мы видим, что это же происходит сегодня на земле. Общество пытается восполнять свои собственные нужды, делая себя своим богом. И оно пообещает вам, что позаботится о всем вашем здравоохранении. От колыбели до могилы. Да. Ему это не под силу. Понимаете ли вы, какое это должно быть функционирование, чтобы успешно заботиться обо всем здравоохранении 300 с лишним миллионов человек? Нужно быть Богом. Именно им оно и пытается быть. И ему это не под силу. Оно не верит в исцеление, оно верит только в себя. А оно само не может переживать умножение. Там нет Бога. А именно Бог дает умножение. Без Бога это... И это происходит. Смущение. Со времен Вавилонской башни. В любом случае, я забегаю вперед, давайте вернемся к этому. Вот я сидел и думал обо всем этом, размышлял над этим, молился в духе.
Я не то чтобы увидел огромное видение или еще что-то. Вдруг я просто увидел это внутри себя, из Слова Божьего. Господь позвал Адама. И тот вышел в своем костюме из листьев смоковницы. Со своим смоковным костюм листом. Костюм из листьев смоковницы. И этот лист разбивался на ветру. Костюм из листьев смоковницы. Он попытался сшить вместе листья. Вы представляете, как глупо это выглядело? Он был тем, кто был облачен во славу Божью, величие всемогущества Бога. Превосходный, красивый огонь выходил из его существа. Именно поэтому Адам со своей женой никогда не видели своих физических тел. Они никогда не были наги. Они были одеты изнутри наружу. Все Божье творение одето изнутри наружу. И Адам тоже был так одет. Но свет погас. До смоковного листа. И вот он вышел в своем собственном творении. И Бог сказал, так не пойдет, это неправильно. И заметьте, Бог, очевидно, заключил здесь первый завет, который он когда-либо заключал с человеком. И это был кровный завет. Он убил животное, принес жертву животное. Что это означает? Это означало, что за нарушение Божьего слова Бог есть жизнь. Кто-то должен был умереть. Должен был. Если бы Бог не вмешался, там бы все просто умерло. Все. Все живое просто бы умерло, потому что оно вдруг оказалось отделенным от жизни Божьей и подключенным к этому мертвому человеку, который был подключен к сатане после грехопадения. Поэтому вместо того, чтобы убивать человека, Бог убил животное и заключил с ним завет обеспечения. По крайней мере, на тот момент в вопросе его одежды Бог заключил с человеком завет. И мы знаем, что Бог научил его тому, как отделять десятину, потому что Адам научил своих сыновей тому, как отделять десятину. Ведь из-за десятины произошло первое убийство. И вот Бог учит этого человека тому, как себя одеть, как использовать шкуру животного, мех, чтобы одеть себя. Человек не имел ни малейшего представления, по-прежнему его не имеет. Ему по-прежнему приходится надеяться на то, что пришло еще со времен Адама. В вопросе того, как себя обеспечить. Подумайте об этом. Этому естественному человеку. Естественному человеку. Он не может так хорошо о себе позаботиться. И чем больше люди пытаются сами себя обеспечить, тем в большие проблемы они попадают. Итак, давайте обратимся к 102-му псалму. Благословение Господне. И заметьте, Давид здесь, что он делает? Он применяет благословение Господне. Мы знаем из 10 главы притчи, что благословение Господне, оно обогащает. И печали с собой не приносит. И слово, переведенное как «печаль», означает «тяжело трудиться». «Тяжело трудиться в поте лица». Это проклятие пало на Адама. Но это было первым проклятием, от которого мы были искуплены. Поэтому тяжелый труд в поте лица, чтобы было что поесть. Это первое проклятие, с которым было покончено. И здесь Давид применяет это благословение. «Благослови, душа моя, Господа». Итак, заметьте, он обращается к своей душе, к своему разуму, к своей воле и к своим эмоциям. По большей части здесь к своему разуму и своей памяти. Он возгревает свою память. Нам нужно это делать. И именно так вы обновляете свой разум в отношении Слова Божьего и того, что принадлежит вам в том завете, который мы имеем в крови Иисуса.
Все ваши нужды восполнены по Его богатству в славе, а не по какой-то социалистической системе. Нет, нет, нет. Мы живем в Царстве Божьем. Мы в первую очередь ищем Царство Божье и Его праведность, Его путь того, как и что делать. И это все прилагается нам. Нам не нужно идти и собирать это. Да. О, значит, нам не нужно работать. Нет, нужно. Не работаешь — не ешь. Тогда я не понимаю. Я знаю. Оставайтесь с нами в течение следующих 2 недель. Это хорошо. И вы узнаете больше. Очень хорошо. Но позвольте мне сказать вам следующее. У нас есть задание. Мы работаем в Царстве Божьем. Мы идем туда, куда Он говорит идти. Мы делаем то, что Он говорит делать. Мы усердно работаем. Но мы не зарабатываем в поте лица на жизнь. Да. Всех да. этих вещей ищут язычники. Только так они могут это получить. Вы можете искать их, взять их взаймы, украсть их. Или же вы можете искать в первую очередь Царство Божье и Его праведность. И они приложатся вам. Они будут втекать в вашу жизнь по да. мере того, как вы будете сеять и жать. Жить в Царстве Божьем. Верой в Царя. Согласно словам Царства Божьего. Благослови душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови душа моя Господа, послушайте, и не забывай всех благодеяний Его. Слава Богу. Аминь. У нас есть благодеяние. Мы раньше уже говорили об этом. Мы немного говорили об этом в прошлом году, когда мы были здесь. И мы поговорим об этом еще больше. Благодеяние. Слава Богу. Преимущество. Все эти вещи, которых вы искали, чтобы восполнить свои нужды. Забудьте о них. Устремите свой взор на ваши преимущества в Слове Божьем. То, на что устремлен ваш взор, зачем вы следуете, становится тем, от чего вы зависите. Вашим источником обеспечения. Иисус наш источник. Прямо перед тем, как мы включили камеры, Глория сказала, подумай о том, что когда-то здесь были одни камни. Но как только начинает проявляться благословение, и мы начали узнавать об этом, когда мы были в университете Орла Робертса, и нам в руки попала кассета с проповедью брата Кеннета Хейгена. Мы еще и месяца там не пробыли. Эта проповедь попала нам в руки в феврале 1967 года. И мы сразу же начали узнавать. И давайте откроем сейчас 3 главу Галатам, 11 стих. Галатам 3:11. А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно. Потому что праведный верою жив будет. И я уже так жаждал веры. Я говорил на прошлой передаче, что одной из первых вещей, которые я увидел в Орле Робертсе, было то, что он использовал свою веру, как механик использует свои инструменты. Я хотел знать, как это делать. О, я так жаждал этого. Я молился о вере, я искал веру, я искал ее повсюду. Фактически, помнишь, Глория, я начал искать ее чуть ли не в первый же день, когда я родился свыше. В 1962 году я хотел иметь веру. Я ходил в церковь, ища кого-то, кто рассказал бы мне о вере. Я подходил к одному человеку, и мне говорили, у тебя должна быть вера. В следующее воскресенье они говорили, вот что происходит, когда у тебя нет веры. Я думал, да, да, в следующее воскресенье они расскажут мне, как ее иметь. Я приходил в следующее воскресенье, и они говорили о проблемах книги Откровения и о жале Павла во плоти. А потом через какое-то время, вот что происходит, если у вас нет веры. Но никто не сказал мне. И я спрашивал, что такое вера и как ее использовать. Я даже не знал, как задать о ней вопрос. Вот что было внутри меня, все эти вопросы. Они говорили, сынок, тебе лучше быть аккуратным. Хорошо. Но это практически все, что я получал в ответ. Так прошел
62-й, 63-й, 64-й, 65-й, 66-й год. Январь 67-го года. Годы засухи. О, Боже мой. И, наконец, верой я знал, что мы должны ехать в университет Орла Робертса. Я просто не знал, что на этот счет делать. Мой поиск и моя жажда были прямо здесь. «Праведный верою жив будет, а закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им». Христос искупил нас от клятвы или проклятия закона, сделавшись за нас клятвой или проклятием. Ибо написано: «Проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников». Что ж, у меня хватало ума понять, что им был я. «Чтобы нам получить обещанного Духа верою». Вот оно. Я подумал, аллилуйя. Вот оно. О, я должен это иметь. Я спрашивал, что это такое? Это благословение Авраама. «Дабы благословение Авраама через Христа Иисуса распространилось на всех остальных нас». Хорошо. «Чтобы нам получить обещанного Духа веру». И затем в 29 стихе говорится: «Если же вы Христовы». «Если вы во Христе». Или «принадлежите Христу». «То вы семя Авраамова». Слава Богу. «И по обетованию наследники». Мы наследники. Какому обетованию? Обетованию, данному Аврааму, о благословении Авраама. Что ж, если это то, что было обещано Аврааму, и это обещано мне, как его семени, потому что я во Христе Иисусе, может, мне стоило бы узнать, и нужно узнать, что он пообещал Аврааму. Это здорово. И я обратился сюда. Знаете, я был не таким умным, чтобы знать, что мне это не принадлежало, как все пытались мне говорить, предлагая мне эти генетически модифицированные библейские взгляды, которые являются религией. Говоря, что это не для сегодня. Поэтому я... Да. Я просто обратился туда, только для иудеев. Это было не для иудеев, это было для Авраама. Иуда — это было только одно колено. Но оно было семенем Авраама. И кроме того, благодаря Иисусу, я являюсь частью колена Иудина. Это все было для меня вполне логично. Я ведь не знал никакой религии. Я пришел с улицы. Тил Осборн сказал: «Кеннет, ты благословлен, ты был рожден свободным. Тебе особо не нужно было избавляться от религии и религиозных взглядов». Я обратился сюда. Я начал видеть, что принадлежало Аврааму. О, слава Богу, мы с Глорией жили в старом маленьком доме в Талсе, штат Оклахома. И как-то раз я прибежал к ней и сказал: «Глория, посмотри на это, посмотри. Посмотри на это, мы богаты». Она посмотрела на меня так. Мы богаты? Что? Мы богаты? Мы богаты. У нас ничего не было. У нее не было одежды. У меня был один костюм, который столько раз перешивался. Бог сказал мне сбросить лишний вес. Я весил 110 килограмм. Потом я сбросил вес до 83, 86 килограмм. И этот один и тот же костюм приходилось перешивать снова и снова. Он был самым смешным, который кто-либо когда-либо видел. Это был мой единственный костюм. И полностью добитая машина. Таково было наше состояние. А вот я кричал: «Я богат, я богат, я богат». Я сказал: «Глория, это лишь вопрос времени и веры». Аллилуйя. Так оно и было. И я не знал, что и как, но я знал, что если мы просто будем держаться этого, слава Богу, вера принесет это. Поэтому давайте вернемся к 102-му псалму, о котором мы начали говорить вчера. «Благослови, душа моя, Господа». И помните, благословение Господне, 10 глава притчи, «Благословение Господне, оно обогащает, делает богатым, и печали с собой не приносит».
И слово, переведенное как «печаль», в других переводах Библии, оно звучит так. «Благословение Господне, оно делает богатым, и Господь не требует, чтобы вы тяжело работали в поте лица, чтобы заработать его». Это печаль. Это проклятие этой печали. Иисус взял на Себя наши печали. На кресте Он взял на Себя наши скорби и печали. И это то же самое слово. Итак. «Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Видите, что он делает? Давид говорит своему разуму. Он говорит и возгревает свою память в отношении благословения Господнего. Да. «Благослови Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои. Это часть наших преимуществ. Избавляет, искупает. Помните, мы искуплены от проклятия закона. Иисус пошел на крест. Он был сделан проклятием за нас, чтобы искупить нас от проклятия закона. Искупить нас от проклятия закона. Хорошо, посмотрите на эту часть этого искупления. Избавляет, искупает от могилы или от разрушения жизнь твою. Это часть ваших преимуществ. Разрушение является частью проклятия. Мы искуплены от разрушения. Если вы изучите это в Слове Божьем, вы увидите, что благодать Божья — это щит, окружающий нас со всех сторон. Сатана, придя перед Богом и говоря об Иове, указывал на тот факт, что Иов был богат, что Бог благословил его, и что вокруг него была стена. Да. Была стена между землей Гесем и землей Египетской. И когда на Египет обрушились те проклятия, была разделительная стена между проклятием и благословением. Между тьмой и светом. В земле Гесем был свет. Откройте в Новом Завете послание к римлянам. Закон Духа Жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Закон благословения освободил меня от закона проклятия. Аллилуйя! Мы были искуплены от проклятия закона. Это так замечательно. Да. Законы его. Все эти вещи работают по закону. Они не скачут туда-сюда наугад. И фактически, если вы обратитесь к книге Второзакония, вы увидите, как оно разделено. Первая часть — это благословение Авраама, с 1 по 14 стихи, а все остальное — это проклятие закона. Из некоторых переводов Библии, особенно из синодального перевода, у кого-то может сложиться такое впечатление, что Бог проклинает людей. Нет. Проклятие есть здесь. Бог не приводит его в действие. Оно есть здесь, на земле. И в 15 стихе оно неправильно переведено. Там говорится, «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». Первый стих этой 28 главы говорит, «Если будешь слушать, если будешь послушен Ему, будешь прислушиваться к Нему и слушаться голоса Его, верой следовать Его голосу, все эти благословения придут на тебя и исполнятся на тебе». И в Новом Завете, когда вы родились свыше, семя этих благословений находится внутри вас. Благословение Авраама в вас. Царство Божье в вас. Слава Богу.
Да. Оно там. И оно выходит изнутри наружу, вместо того, чтобы сходить на вас извне. Аминь. Именно для этого и пошел на крест Иисус, чтобы обеспечить для нас это. Но если в вас нет света Слова Божьего, то он и не выходит наружу. Да. И мы снова возвращаемся к системам, к придуманным людьми способам восполнять свои нужды. Послушайте это очень внимательно. И людям не нравится это слышать, но я буду проповедовать и учить вас истине Слова Божьего. Аминь. Я здесь не для того, чтобы играть с вами в церковь. Я здесь не для того, чтобы баловать вас. Когда вы, я или кто-либо другой рассчитывает на любой другой источник, чтобы восполнить свои нужды, на свою работу, на правительство, на своего мужа, свою жену, на что-либо другое, но не на благословение Господне, не на Иисуса Христа из Назарета, как его Господа и Спасителя, тогда это идолопоклонство. Это идолопоклонство. Идолопоклонство — это рассчитывать в вопросе обеспечения на любой другой источник, но не на Бога. Подумайте об этом. Ну, я думал, что идолопоклонство — это кланяться идолам. Зачем люди кланяются идолам? Чтобы получить что-то. Они идут к идолу, чтобы что-то вымолить у этого идола. Ну, я не кланяюсь идолам. Я даже не верю в то, что есть Бог. Я просто верю в себя. Что ж, вы ваш идол. Да. И вы, наверное, являетесь легендой в своем собственном разуме. Вы даже можете достичь такого уровня, когда вы собираете большое состояние. Вы можете находиться на таком уровне, когда вам не нужно искать еду или одежду и все остальное. Но могу пообещать вам следующее. У вас есть беспокойство в вашем сердце. У вас есть беспокойство в вашем разуме. Кто-то пытается украсть все, что у вас есть. И вы сражаетесь, чтобы не допустить этого, и это сопровождается всем этим беспокойством. Это печаль, да, которая сопровождает это. И что пользы человеку собрать весь мир и потерять свою душу? Потерять свою душу. Иисус сказал, и люди смотрят на это слово «душа» и думают о нем как о духовном человеке. Оно имеет к этому отношение, но душа состоит из разума, воли и эмоций. Вы — дух. У вас есть душа. И вы живете в естественном плотском теле из крови и костей. И ваша воля является частью душевного человека. У вас прямо сейчас есть данная Богом власть. Независимо от того, верите вы в Бога или нет, у вас есть Его власть делать свой собственный выбор. Неверие — это не отсутствие веры. Нет такого понятия, как отсутствие веры. Задумайтесь об этом. Каждый человек на этой земле сегодня, каждый человек на этой земле сегодня, который контролирует свои способности, во что-то верит. Потому что в нем, в человеке, есть то, что верит. Поэтому нет такого понятия, как отсутствие веры. Ну, я в это не верю. Это не отсутствие веры. Вы верите во что-то отличное от этого. Вы верите во что-то другое. Они увидят. Вы верите, что вы не верите? И... Да. Да, вы верите во что-то другое. Поэтому что-то другое является вашим идолом. Что-то другое является вашим Богом. И когда вы находитесь в таком положении, наступит такой момент, когда ваша душа будет командовать вами и требовать. Потому что ваше тело перестанет функционировать. Как только ваше тело перестает функционировать,
Понимаете, вы — дух. Ваша душа находится внутри вашего духа. Она не в вашем мозге. Ваш мозг — это физический орган, который использует разум, чтобы выражать себя через тело. Когда вы выходите из этого тела, так и не сделав выбор принять Иисуса как вашего Господа и Спасителя, вы выходите из этого тела, и вы должны последовать за тем, кто контролировал вашу жизнь. И контролировали ее не вы. Поэтому вам придется последовать за тем, кто контролировал вашу жизнь. Контролировал ее сатана. Я не верю в сатану. И что? То, что вы в него не верите, еще ничего не означает. Это еще не означает, что сатаны не существует. Были люди, которые во много чего не верили, но что существовало, они просто об этом не знали. И как только это происходит, все, вы теряете контроль над своей душой и выходите в сферу духа. И теперь вы должны быть заключены в тюрьму. Потому что духовное существо, которое не знает Бога, не может остаться на этой земле в его силе и власти и свободно действовать. Поскольку человеческий дух был сотворен по подобию Божьему и является самым мощным творением, которое Бог когда-либо сотворил на этой земле. И когда это творение, наполненное дьяволом, имея полную свободу действий, представьте себе, позволить Гитлеру или кому-то подобному, или любому человеку, который не знает Бога, наполненному ненавистью, еще чем-то, действовать бесконтрольно на этой земле. Нет. Ну, я знаю, что тот-то и тот-то остался здесь. Нет, нет. Все эти рассказы про духов, это все злые духи, которые выдают себя за других. О них говорится в Библии. Это духи-имитаторы. Они имитируют и выдают себя за каких-то людей, исторических личностей. Это и порождает все эти истории про духов и привидения. Да, они очень реальны, но они не люди. Они имитируют людей, выдают себя за людей. Поэтому, когда человек умирает и не знает Бога, этот дух должен быть заключен в тюрьму. Бог не творил ад для людей. Они не должны были туда идти. Эта духовная тюрьма, которая, как говорит Писание, была сотворена для дьявола и его ангелов, падших ангелов. Люди вообще не должны там быть. Но если вы духовно соединены с дьяволом, тогда вы должны будете быть заключены в тюрьму вместе с ним. И все, на этом конец. Вы потеряли контроль над своей душой. Вы хотите выбраться Иисус, оттуда? Иисус, помоги всем нам. Все в аду взывают к Богу. Но слишком поздно. Да, там проходит разделительная пропасть, которую невозможно преодолеть и пересечь. Невозможно. Да. Поэтому решите этот вопрос сейчас. Безусловно. Прислушайтесь к Богу сейчас. Все эти годы Бог посылал на ваш путь Слово Божье. Именно поэтому некоторые из вас, кто не знает Иисуса как своего Господа и Спасителя и смотрит сегодня эту передачу, не откладывайте ни на секунду, спасибо просто тебе, скажите, Иисус. «Господь, войди в мое сердце!» Аминь. Я принимаю тебя, Иисус. О, ну, брат Копланд, вы не понимаете, что я сделал? Нет, нет. О чем вы говорите? Библия говорит, Иисус умер за нечестивых. И мы с вами подпадаем под эту категорию, слава Богу, аминь. Поэтому вопрос не в том, что сделали вы, а в том, что сделал Иисус. То, что вы сделали вчера, вы сделали час назад, уже не важно. Важно, что вы сделаете в следующий час, что вы сделаете в следующем году, что вы будете делать, начиная с этого момента. А вы можете начать прямо сейчас. Слава Богу. Неважно, будь вам всего 5 дней или будь вам 100 лет. Начните прямо сейчас. Если у вас есть маленький ребенок, прямо сейчас начните говорить этому ребенку. Прямо сейчас начните назидать его. Называйте этого ребенка и верьте Богу об этом ребенке. Наша семья владеет этим местом со времени... Семья Глории владела им еще до того, как она родилась. Оно принадлежало ее дедушке. Он дал нам 4 акра этой земли. И был старый жилой дом, который принадлежал двоюродному дедушке Глории.
Он находился неподалеку отсюда через дорогу. Он был в ужасном состоянии. Это была развалюха? О, был в ужасном состоянии. Кто-то сказал, если хотите, ребята, можете взять его, потому что он все равно просто развалится там в лесу. И знаете, не имея вообще никаких денег, мы подумали, хорошо, отлично. По крайней мере, нам его просто отдают. И человек, который приехал, чтобы перевезти этот дом, сказал, Копланд, знаете, что бы я сделал? Я думаю, я бы его не трогал. Он не хотел его перевозить. Поэтому мне пришлось обратиться к другому человеку. Это был человек по имени Вутон. Я спросил, мистер Вутон, что вы думаете? Он ответил, Кеннет, я перевезу что угодно. И он перевез его. Он перевез его сюда, мы покажем вам его фотографию. Этот дом просто выглядел ужасно. Что со мной было не так? Мы были бедными. Да. Вот что было с нами не так. Так и было. Не было здравомыслия. И Глория со своей мамой, даже когда мы уезжали куда-то проповедовать, ее мама приезжала сюда и приводила в порядок этот дом. Было еще несколько посторонних человек, которые ремонтировали этот дом, но их было немного. Но они сделали его пригодным для жилья. И с годами Бог благословил нас. Аминь. Бог настолько благословил нас, что мы смогли иметь это действительно красивое место. И это было благословение Господне. Джон и Келли были совсем маленькими. Я помню, возможно, я говорила это вчера, поскольку для меня это было настолько удивительно. Это был персиковый сад, и здесь повсюду были круглые гладкие камни. Только камни здесь и были. Размером с бейсбольный мяч. Очень мало грунта. В основном камни. И Кеннет говорил детям, идите и соберите во дворе камни. Не представляю, как они это выдержали. Так или иначе, они старались. Они старались. И Джон пришел ко мне и сказал, «Папа, мы никогда не соберем все эти камни». И позже он сказал, «Такое впечатление, что это место выращивает камни». Тоже правда. И я позже узнал, что вся эта возвышенность здесь и другая возвышенность вон там, это гравийная гора. И этот гравий уходит настолько глубоко, мы выкапывали там колодец, ища воду. И мы так и не дошли до конца этого слоя гравия. Но в любом случае, Бог поместил нас здесь. И затем позже здесь появился бревенчатый дом. И здесь произошло много всего хорошего. И мы хотели, чтобы вы тоже насладились этим местом. Все, что вы видите, за исключением гаража, было привезено сюда. Да, аминь. И уборная вне дома. Конечно, в ней есть канализация и сантехника, но это по-прежнему уборная. Также у нее стеклянная крыша, так что это вполне современная. Таких немного. Мы ее построили. Я уверен, что во всей округе больше нет такой со стеклянной крышей и в рабочем состоянии. Я уверена, что нет. Аминь. Это высший класс. Аминь. Мы не хотим порождать из-за нее какую-то зависть. Но знаешь, когда ты благословлен... Да. И здесь, в этой местности, вы действительно благословлены, когда ваша уборная работает. Все на высшем уровне. Да, Господь, хорошо. Да, Господь. Да. Отец, мы благодарим Тебя сегодня за Твое Слово. Мы воздаем Тебе за Него честь да. и хвалу. Мы любим в Иисусе. Тебя, Господь. Ты такой Спасибо Тебе, Господь, за откровение о себе. И мы просто благословляем Тебя и принимаем Твое помазание. Спасибо Во имя тебе. Иисуса. Аминь. Мы принимаем это. Давайте вернемся к 102-му псалму. Первый стих. «Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его». Это говорит Давид. И он поклоняется Господу. Но вы должны здесь заметить, что он говорит непосредственно к своей душе, особенно к своей памяти. Это важно. Он возгревал свою память. Писание говорит нам, апостол Петр сказал нам возгревать свой разум, чтобы помнить заповедь любви. Аминь. И именно так вы все и помните. Вы возгреваете это. И вы приводите это в действие. Как вы это делаете? Своими устами, словами. Да. Итак, «Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя,
святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он исцеляет все недуги твои. Поэтому исцеление от всех болезней является одним из наших преимуществ. Помните, мы читали это вчера. Мы были искуплены от проклятия закона. Второзаконие 28:61 говорит, «Всякая немощь, всякая болезнь, даже не написанная в книге закона сего, находится под проклятием». Слава Богу! Аминь. «И они придут на тебя и постигнут тебя, если не будешь слушать гласа Господа Бога твоего». Другими словами, если вы не обращаете никакого внимания на Бога и Его Слово, если вы движетесь своим путем, пытаясь восполнить свои нужды, и вы получаете свои преимущества, пособие, здравоохранение от кого-то другого, вы попадете в проблемы. Итак, избавляет от могилы или искупает от разрушения жизнь твою. Вы хотите сказать, что Иисус искупил мою жизнь от разрушения? Именно это я и хочу сказать. И это преимущество нужно привести в действие. И как вы это делаете? Давайте посмотрим 5 стих. А затем мы снова вернемся к этому 4 стиху. 5 стих. «Насыщает благами желание твое, обновляется подобно орлу юность твоя». В другом переводе Библии сказано, «насыщает хорошими вещами уста твои». Здесь не идет речь о еде. Здесь говорится о словах. Еврейское слово, означающее «вещь», — это слово. Еврейское слово, означающее «слово», — это «вещь». Это одно и то же слово, один и тот же корень, потому что все вещи были сотворены из и имеют свой корень в Слове Божьем. Не закрывайте это место Писания, давайте посмотрим 21 стих 18 главы притчи. «Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его». Смерть и жизнь во власти. И это слово, переведенное как «власть», дословно означает «рука». Бог делегировал власть. Он вложил ее в наши руки. Он вложил ее в руки нашего языка. Власть над всей смертью и жизнью. И заметьте, здесь говорится, «Он искупил от разрушения жизнь твою, увенчал тебя милостью и щедротами». И мы даже не знаем, что это означает. Он увенчал тебя милостью и щедротами. Многие не знают, что это означает. Да, хорошо, да. Милостью и щедротами, да, хорошо. Но когда вы смотрите еврейский оригинал, там говорится, он увенчал вас хеседом завета. Вот это слово хесед дословно означает защищать и присматривать, как мать присматривает за своим малышом, как курица присматривает за своими цыплятами. И помните, Иисус сказал это Иерусалиму. Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать тебя, как птица собирает птенцов своих. Сколько раз я хотел собрать вас под свои крылья. Да. Вот о чем он говорит. Он увенчал нас защитой завета. Благословение. Не закрывайте это место, и давайте обратимся к 19 стиху 30 главы Второзакония. «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю». Другими словами, у нас нет никакого оправдания. «Предложил я». Я не собираюсь это сделать, я уже предложил вам. «Жизнь и смерть, благословение
и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Любил Господа Бога твоего, слушал глас Его и прилеплялся к Нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь с клятвой обещал отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову, дать им. Теперь давайте вернемся к 102-му псалму. И давайте соединим все вместе, что мы увидели. Он искупил нашу жизнь от разрушения. Он искупил нас от проклятия. Бог сказал, «Я призываю вас сегодня во свидетели. Я предложил вам жизнь и смерть, благословение и проклятие. Выбор за вами. Изберите жизнь. Как вы ее избираете? Это во власти вашего языка. Чтобы избрать жизнь, вы должны избрать Бога. Вы делаете выбор, вы принимаете решение, и вы говорите». Это. Да, верно. Исповедуйте это своими устами. Исповедуйте это своими устами. Да, вы говорите это своими устами. Прямо с этого начинается вся жизнь и смерть. Да. Благословение и проклятие. Благодаря словам. Вся наша жизнь следует за словами, которые мы говорим своими устами. О, брат Копланд, не знаю, верю я в это или нет. Что ж, давайте посмотрим, что сказал об этом Иисус. Словам Иисуса вы уж, конечно, поверите. Аминь. Аминь. Скажите аминь. Мы верим. Хорошо. 12 глава Евангелия от Матфея. Порождение, я читаю 34 стих, порождение ехиднины. Как вы можете говорить? Заметьте, Иисус говорит о говорении слов. Говорение слов. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. То, что вы в избытке вкладываете в свое сердце, выходит из ваших уст. А то, что выходит из ваших уст, делает что? Помните, Бог сказал, «Я предложил вам жизнь и смерть, благословение и проклятие. Изберите жизнь». И мы выбираем. И мы сказали, чтобы избрать жизнь, вы должны избрать слова. Хорошо. Добрый человек из того доброго, что он вложил в свое сердце, выносит доброе. А злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное, неработоспособное слово, видите, ваши слова должны что-то значить. Они должны работать. Бог дал нам слова главным образом не для того, чтобы мы общались друг с другом. Это не их основная работа. Их основная работа — это жизнь и смерть. Основная работа ваших слов — творить и созидать. Они работают. Аминь. Поэтому давайте внимательно к этому прислушаемся. Вы меня сейчас слушаете? Это слова Иисуса, понимаете? Итак, посмотрите на это. За всякое праздное или неработоспособное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Не говорите мне, что ваши слова не важны. Послушайте Иисуса. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Вас судят не слова Бога, вас судит то, что вы говорите. Если вы говорите слова Божьи, тогда вашими словами, Его словами в ваших устах, вы оправданы. Или другими словами, именно тогда вы принимаете. Именно тогда вы избираете Бога. Избираете Его слова и говоря их. Вы повторяете за Ним Божьи слова. Речь не о том, когда вы произносите клятву. Здесь говорится праздные слова. Поэтому каждое то, что вы постоянно говорите, осуществляется в вашей жизни.
Так что вам лучше обратить внимание на то, что вы говорите. Например, раньше мы говорили, как мы когда-либо оплатим все свои счета? Я не знаю, что мы будем делать. Мы раньше так говорили. Это были праздные слова. Да, мы так говорили. Да. И вы все время говорите слова проклятия. Да. Мы были искуплены от проклятия. Бог сказал, я помещаю это перед вами. Выбор за вами. Вы можете использовать свои уста, чтобы благословлять, или же вы можете использовать свои уста, чтобы проклинать. Здесь речь не идет о сквернословии. Оно вытекло из этого, и, конечно, оно работает. Оно работает таким образом. Но он говорит о том, чтобы проклинать самих себя. Другими словами, вы используете свои уста для благословения, и вы используете свои уста для проклятия. Для чего вы используете свои уста, то и проявляется в вашей жизни. В одном случае вы говорите слова страха, да. В другом — слова веры. Страх — это вера, направленная в обратную сторону. Адам был отсоединен от Бога, но он не мог оставаться отсоединенным, потому что у человека должен быть духовный, стоящий над ним Господь. Он не существует сам по себе. У человека должна быть духовная глава, чтобы действовать на этой земле. Сатана незаконно занял это место духовной главы. И то, что было верой в Бога у человека, стало страхом. Поэтому что такое страх? Возьмем, к примеру, боязнь дикого животного. Это вера в способность этого животного причинить мне вред. Да. Страх перед людьми — это вера в то, что люди плохо со мной поступят. Причинить что они вред. Причинят мне вред. Заберут то, что у меня есть. У меня есть вера в это. Я верю в это. И когда я говорю это духовная сила, которая заставляет эти вещи соединяться с вами. Когда вы не понимаете сферу духа и как она работает, вам кажется это чем-то странным, как будто такого не могло произойти. Но позвольте мне сказать вам, как это происходит и почему это происходит. Это не просто потому, что оно витает тут в воздухе. Давайте посмотрим послание к евреям. Третья глава. Первый стих. Послание к евреям 3:1. Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника. Вот это слово «посланник» означает «посланный Богом». Итак, уразумейте посланного Богом быть первосвященником исповедания нашего. Первосвященником исповедания нашего, то есть того, что мы говорим. Разумеете, первосвященник исповедания нашего Иисуса Христа. И вот это слово «исповедание» дословно означает «говорить то же самое». Поэтому Иисус сейчас поставлен и помазан Богом над Его домом. Вы видите это прямо здесь, в этой первой главе, послание к евреям. Мы видим это снова здесь, в третьей главе. А Христос, как Сын в доме Его, дом же Его мы, если твердо держимся в уверенности в Нем. Когда мы берем Его слова и говорим их, это становится нашим образом жизни. Это становится нашим образом мышления. Это не то, когда вы говорите что и как хотите, пока не происходит что-то плохое. «О, я скажу что-то верой». Нет, так оно не работает. Это когда вы берете Его слова. Он ваш Господь. Если Его Слово говорит, ранами Его вы исцелились, это одно из моих преимуществ, и поэтому я говорю это. Говорю. Да, но посмотрите, брат Копланд, я не исцелен. Нет, нет, подождите минутку. Вы упускаете здесь всю суть. Это не является истиной. Это факт. Что-то происходит с вашим физическим телом. И возникало недопонимание в следующем. Я говорю слова веры для того, чтобы изменить это. Поскольку именно словами Бог делегировал власть выполнять эту работу. Это одно из моих преимуществ.
Он насытил, наполнил мои уста хорошими словами. Так что обновляется, подобно орлу, юность моя. Понимаете? Долгая жизнь является частью благословения. И когда я говорю эти слова, потому что Иисус их сказал, «Он мой Господь и мой Спаситель», это соединяется с этим местом в 57 главе книги Исаии, где Бог сказал, «Я творю плод уст», как сказано в одном из переводов Библии. И в 15 главе притчи заявляется, «Язык – древо жизни». Помните, что сказал Иисус? Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим, или признайте дерево худым, и плод его худым. И он сказал, вы, будучи злы, как вы можете говорить хорошие вещи? Он говорит о словах, которые вы говорите своими устами. От слов своих вы оправданы, а от слов своих вы благословлены, и от слов своих вы прокляты. Поэтому, когда я говорю его слова, слова Иисуса, Он ответственен за то, чтобы творить этот плод. Я дал разрешение небесам и Царству Божьему. А когда я говорю, ну, скажу вам, мы каждый раз заболеваем гриппом, когда он приходит. Что ж, я только что дал разрешение сатане и его деятельности. Да, верно. Своими устами я дал разрешение проклятию работать в моей жизни. Поэтому неудивительно, почему такое происходит. Но вам нужно обратиться к Слову Божьему, чтобы понять это. Во имя Иисуса я буду говорить то, от чего я искуплен. Давайте вернемся к 102-му псалму. Я втянулся в эту молитву, и мне просто хочется продолжать молиться. Аминь. Хвала Господу. Откройте, пожалуйста, 102-й псалом. «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Давид говорит своей памяти, он говорит своей душе, он благословляет свою душу, благословляя Господа. Понимаете, верой он возгревает благословение Господне, которое пребывает на нем и в нем. И нам нужно научиться. Да. Нам нужно научиться это делать. Нам нужно больше это делать. И не забывай всех благодеяний Его. Это наше преимущество. Мы читали место Писания, где говорится, что Иисус был сделан проклятием за нас. Ибо написано, «Проклят всяк, висящий на древе». И вернитесь немного назад. Христос искупил нас от клятвы или проклятия закона, сделавшись за нас клятву или проклятие. Ибо написано, «Проклят всяк, висящий на древе», дабы благословение Авраамова через Иисуса распространилось на язычников, то есть на нас. Аминь. То есть теперь мы были искуплены от проклятия и благословлены благословением Авраама. Благословением Авраама. Хорошо. Аллилуйя. Заметьте следующее. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои. Все. И помните, частью проклятия закона, от которого мы были искуплены, было 61 стих 28 главы Второзакония. Там говорится, что все болезни и все немощи, не написанные в книге закона сего, находится под проклятием. Поэтому мы были искуплены от всех немощей и всех болезней. И это одно из наших преимуществ. Спасибо тебе, что нам принадлежит исцеление. Но вы не можете принимать благословение Господне, благословение Авраама, и продолжать говорить слова проклятия. Мы немного вчера говорили об этом. Сегодня мы больше это увидим. «Избавляет от могилы» или «Искупает от разрушения жизнь твою». Если бы у нас было время, мы могли бы посмотреть на все те вещи, которые являются разрушительными для вашей жизни, и от которых мы искуплены. И вы можете видеть их в Писании. Мы искуплены от них. И земля Гесем была искуплена от тех проклятий, которые пришли на Египет.
И в 8 главе Римлянам вы читаете, «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил нас от закона греха и смерти». Закона греха и смерти. Тогда почему происходят плохие вещи? Люди спрашивали у меня, «Брат Копан, почему с хорошими людьми происходят плохие вещи?» Потому что хорошие люди делают плохой выбор. Да. И вы либо делаете плохой выбор. И говорите плохие слова. И они говорят. Они говорят слова, которые высвобождают и разрешают плохим вещам работать в их жизни. Да. Почему Бог их не останавливал? Он останавливал. Но если вы не принимаете свое искупление от этого разрушения, тогда у Иисуса, как Господа и первосвященника вашей жизни, нет власти вторгаться в вашу жизнь. Он будет постоянно обращаться к вам и говорить вам определенные вещи. Но люди его не слушают. Ну, что-то говорило мне не делать это. Тогда зачем вы это сделали? Поэтому послушайте сейчас внимательно. Если вы верой не приводите в действие то, что принадлежит вам во Христе Иисусе, тогда в вашей жизни оно не приведено в действие. И опять-таки, мы знаем из 3 главы послания Галатам, что вера Авраама привела в действие благословение Авраама. Она по-прежнему это делает. Вера Авраама привела в действие благословение Авраама. Да. И давайте откроем это место и посмотрим на это. Не закрывайте 102-й Псалом, и давайте вернемся к 3 главе послания к Галатам. И давайте посмотрим пятый стих. «Подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит, или через наставление вере? Так Авраам поверил Богу». Как он поверил Богу? Он поверил тому, что сказал Бог. И затем он сказал. Он сказал, помните? Горя, помнишь? Фактически... Не закрывайте это место, и давайте откроем 4 главу послания к Римлянам. Давайте посмотрим на это место Писания. Помните, что там сказано? «Как и Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность». Давайте узнаем, как он это сделал. 4 глава Римлянам, 16 стих. «Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, для всего семени». Что ж, это значит для нас. Потому что если вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть Отец всем нам. То есть мы сейчас говорим о том, как он поверил Богу. Авраам стал отцом этого, отцом веры на земле, в своем завете с Богом. Да. Как написано, «Я поставил тебя отцом многих народов, пред Богом, которому он поверил». У меня в Библии есть сноска рядом со словом «пред». И в этой сноске сказано. Или «подобно Богу». И помните, о чем мы вчера говорили? Насчет того, чтобы говорить то же самое. Именно это он и делал. Вот о чем здесь говорится. Если вы обратитесь к греческому тексту и посмотрите, как это звучит буквально, там говорится так. Авраам поступал и делал то, что делал Бог. В Божьем присутствии перед ним. Авраам делал это перед ним. Он изо всех сил старался поступать в точности,
как Он, перед Ним. И есть люди, которые так расстраиваются. Мы с Глорией встречали религиозных людей, которые так были нами недовольны. Один человек сказал: «Хочу вам сказать, брат такой-то, такой-то сокрушен». И тот человек, который мне об этом рассказал, спросил того человека: «Почему? Почему?» «Ну, он побывал в одной компании с Коплендами, и они оба пытаются вести себя повсюду, подобно маленьким Иисусам». А я-то думал, что в этом и есть суть. Чтобы он мог поступать подобно Богу или быть подобным Богу. Что ж, то же самое фарисеи сказали об Иисусе, когда он пришел сюда. Но здесь Авраам делал это в присутствии Божьем. И что он делал? Пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее как существующее. 19 стих. «И не изнемогши в вере, он воздал славу Богу». Как? «Он не помышлял, что тело его уже омертвело». 20 стих. «Не поколебался в обетовании Божьим неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу». Будучи вполне уверен. Именно так он себя вел. Он был вполне уверен. Как он таким стал? Если вы прочитаете что-либо о его жизни из Библии, было время, когда он вообще не был уверен. Он думал, что он вообще все просто пропустил. Бог заключил с ним кровный завет и утвердил его навечно. У нас есть кровный завет в крови Иисуса, и он был утвержден навечно. Слава Богу, аминь. Аминь. Иисус — наш первосвященник. И в Его присутствии мы говорим Его слова. И мы говорим их, ожидая, что они исполнятся. Потому что мы ожидаем, что Он будет подтверждать и подкреплять свои слова в наших устах. Он первосвященник нашего исповедания. Да. Разве Писание не говорит, что мы были сделаны священниками, стоящими под нашим Богом, нашим первосвященником Иисусом? Мы цари и священники, а Он царь царей, Он первосвященник над священниками. Аминь. И мы цари, царем которых является Он. Давайте вернемся. Знаете, Он был таковым для нас задолго до того, как в нашей жизни начали происходить многие хорошие вещи. Он был первосвященником нашего исповедания, и Он был нашим Господом. Но мы постоянно исповедовали неправильные вещи, поэтому мы не давали Ему ничего, с чем Он мог бы работать. Вернемся к тому, о чем мы говорили. Это такой хороший пункт, потому что это то, чего христиане не понимают. Вы знаете. «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Ты избери». Это прямо там. Это тот источник слов, в котором вы можете быть уверены. Это Божьи слова. Из них сделали религию. И Иисус сказал: «Ваши религиозные традиции сделали Слово Божье безрезультатным, бездейственным». Поэтому, если вы просто исповедуете религиозные слова, они бездейственны, они ничего не меняют. И знаете, Писание говорит: «Устами двух или трех свидетелей подтвердится всякое слово». Вот мы здесь, на земле. Человек является подтверждающим свидетелем в отношении того, что он имеет, или что происходит, или произошло с ним на земле. На одной стороне находится Бог, Царство Божье. Иисус сказал: «Ищите прежде Царство Божьего и праведности Его». Он сказал: «Откройте свои глаза для слов Царства Божьего». Откройте свои уши для слов Царства Божьего. Ваши глаза благословлены. Ваши уши благословлены. И всякий, кто будет видеть Слово Царства Божьего, слышать Слово Царства Божьего и понимать Слово Царства Божьего своим сердцем, и позволять этому Слову обращать его, что это значит? Изменять то, что вы говорите.
изменять то, что вы видите, изменять то, что вы слышите, изменять то, как вы думаете. И именно это изменяет то, как вы верите. Это также изменяет то, как вы принимаете. Да. Потому что он сказал, то, как вы идете, что когда вы это делаете, он сказал, в любое время, всякий, это место Писания относится к любому. В любое время, всякий, кто будет это делать, как Иисус сказал в 13 главе Матфея, я исцелю их. Слава Богу. В любое время. Тогда почему христиане остаются больными? Потому что они этого не делают. Что они делают? Они говорят, я болен. Я болен. Меня тошнит. Но они говорят, меня тошнит. Не просто тогда, когда у них с телом что-то не так. Они говорят это постоянно, по любому поводу. Меня просто тошнит, когда он так говорит. Или мне плохо. Скажу вам, меня тошнит от того, как он себя ведет. Понимаете? Разве вам от этого не становится плохо? А потом, я просто не могу поверить, что они это сделали. Я не могу в это поверить. Вы можете поверить, что они это сказали? А потом они говорят, для меня Слово Божье не работает. Когда человек говорит, я не могу поверить, я не могу поверить, я не могу поверить, то когда приходит время целенаправленно во что-то верить, да, он не может поверить. Потому что те слова, которые вы говорили, установили определенные духовные законы. И они работают. Потому что Бог сказал эти вещи в самом начале. Они не могут быть изменены. Это планетарная система, управляемая Словом Божьим. Созданная Словом Божьим. Бог запустил ее в действие своими словами. Мы лучше это понимаем, используя современные технические термины. Можно сказать это так. На все времена эта система, приведенная в действие Словом Божьим. Она запрограммирована отвечать на слова веры. Следовательно, она должна отвечать на слова страха, поскольку страх является извращенной верой. Все те проблемы, которые обрушились на Иова, и люди, которые не понимают, что произошло с Иовом, и читают это неправильно, Бог ничего с Иовом не делал. Все это сделал сатана. И Иов открыл для этого дверь, и поначалу он не знал, как он это сделал. Но он сказал, «Чего я боялся, то и пришло ко мне». Если вы почитаете, что Иов говорил, говорил и говорил, и его страхи, он говорил их, и это произошло. Но как только он вернулся к вере и сказал то, что Бог сказал говорить, сила Божья сорвала с него все это и удвоила все то благословение, какое у него было в жизни. Благословением Авраама. Да. Сила Божья проявила благословение Авраама. И большинство людей не думают об этой стороне Иова. Но Новый Завет говорит принимать это во внимание. А в этом фактически и суть этой истории. Слова, которые вы выбираете и говорите, становятся подтверждающим свидетелем. Подтверждающим свидетелем. Ну, похоже, что меня явно сократят. Я просто знаю это. Да, я знаю. Именно это и произойдет. Вы будете следующим? Да, да, я абсолютно уверен. Мне, наверное, лучше начать искать для себя другую работу. Нет, вам нужно искать в первую очередь Царство Божье. Потому что у Бога где-то есть для вас ваша работа. Возможно, вы нашли эту работу, обивая пороги многих контор. Но когда вы в первую очередь ищете Царство Божье и узнаете, где ваше место, у Бога есть план, цель и место. Да. И Слава это Богу. Богатое место для каждого человека, когда-либо рожденного на этой земле. Аминь. Нищета никогда не была Божьим замыслом и не является им и сейчас. Это проклятие. Это проклятие. Я была искуплена от проклятия. Вы ищете Господа. Господь, я в Твоем распоряжении, согласно Твоему Слову.
Писание говорит, что у каждого члена тела Христова есть избранное место, где их жизнь доставляет Богу удовольствие. Да. Писание говорит, что ему доставляет удовольствие преуспевание его слуг. Аминь. Знаете, мы начали преуспевать только через какое-то время, после того, как родились свыше. Потому что мы продолжали поступать так, как поступали в этом мире. Говоря плохие вещи, как мы когда-либо это сделаем, как мы выберемся из долгов. И мы были не в том месте. И вы помните первое, что произошло с Авраамом, когда Бог привлек его внимание? Он сказал, оставь своих родственников и иди в то место, которое я покажу тебе. Он покажет вам, где ваше место. И шли большие теологические дискуссии о том, почему Бог перевел его в ту землю и почему... Он был не в том месте, вот почему Бог его перевел. И когда Авраам оказался там, где Бог планировал, чтобы он был, именно там была сила. Именно там была защита. Именно там для него именно там было благословение. Именно там было его богатство. До тех пор, пока я пытался там, даже после того, как принял спасение, пытаться, так сказать, заработать на жизнь, работая пилотом, я никогда не был призван работать коммерческим пилотом. Я был призван летать. Я был рожден летать. Бог вложил в меня это. Я был рожден летать. Я знал это еще с 5-летнего возраста. Это благодать Божья. Бог вкладывает в вас определенные вещи, которые являются Его благодатью. И они развиваются с годами, потому что это часть вашего оснащения. И большинство христиан думает, если мне это нравится, наверное, это что-то не то. Нет. Я представляю, как мама говорила Элвису Пресли, «Сынок, тебе лучше найти работу, никто не сможет заработать на жизнь, играя на гитаре». Да. Элвис, вообще-то, был призван проповедовать. Он это знал. Но он так никогда и не оказался в том месте. И это стоило ему его жизни в молодом возрасте. Бог его не убивал. Но Элвис не знал, как не дать этому произойти. Но, когда вы оказываетесь в своем месте, найдите свою церковь, потому что именно там будет и ваша работа. Не начинайте с поиска работы в первую очередь. Узнайте, где вы должны быть, узнайте ту церковь, в которой вы должны быть, и отправляйтесь туда. О, брат Копл, знаете, если я так сделаю, Бог может послать меня в Тимбукту. Вы когда-нибудь были в Тимбукту? Нет, я не была. Возможно, это красивое место. Позвольте мне вам сказать, если Бог призывает вас в Тимбукту, о, Тимбукту — это место для вас. А вот Тимбук-3 — это то, где вам не стоит быть. Этого вам лучше миновать. Вам стоит быть там, где вы должны быть. Безусловно. Потому что именно там ваша защита. Да, именно верно. Там слава. Именно там ваше счастье. Именно там все хорошее. Благословение. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Мы вернемся через минуту. Неважно даже... Если вы проживете свое полное число дней, которое, согласно Слову Божьему, составляет 120 лет, пусть будут дни их 120 лет, сказал Господь. Тогда в пустыне проклятие сократило их до 70-80 лет. Это никогда не было Божьим планом. А особенно для тела Христова. Да. Поэтому, будучи искуплены от проклятия, мы должны вернуться к 120 годам. И когда вы в это верите, и стоите на этом, и вкладываете это в свои уста, тогда это наполняет ваши уста хорошими словами. Так что обновляется, подобно орлу, юность ваша. И это одно из преимуществ в 102-м псалме, который мы изучали. Но сейчас задумайтесь над этим. Даже если вы проживете 120 лет, что довольно долго, это будет самым коротким промежутком времени, который вы когда-либо проведете. Это короткий период. 120 лет — это короткий период. А когда вы сокращаете его до 70-80 лет, или 90 лет, это вообще ничего. Когда вы молоды, это кажется долгим временем. И я говорю вам об этом, потому что так важно узнавать, искать Слово Божье. Позвольте мне прочитать вам это место Писания. Господь сказал мне это перед началом сегодняшней передачи. Первая глава послания к Ефесянам. Давайте прочитаем это. Речь идет об Иисусе. 6 стих. В похвалу славы благодати своей,
которой Он облагодатствовал нас возлюбленным. Это Иисус, в котором мы имеем искупление крови Его. Мы говорили о том, что мы искуплены от проклятия. Прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем. Его совершенная воля, Его цель была сделана доступной нам во всей премудрости или мудрости. Мы можем точно знать, что мы должны делать, где именно мы должны быть, как именно мы должны это делать. И по мере того, как мы учимся и ходим в Нем, благословение Господне обогащает, делает богатыми, и печали с собой не приносит. А когда вы просто пытаетесь заработать себе на жизнь, пытаетесь сделать все по-своему, вас в итоге просто бросает то туда, то сюда в разных состояниях. Легко оказаться в таком состоянии, если вы не обращаете внимания на Бога. Если вы ничего другого не знаете. Да? Поэтому, если вы будете следовать за Духом Святым в своей жизни и спрашивать у Него обо всем, разговаривать с Ним, это не какая-то великая тайна. Оно прямо здесь. Он будет говорить вам. Я не говорю о слышимом голосе. Я говорю о том, когда вы знаете внутри себя. Оно начнется с простого знания. Но если вы будете задавать ему вопросы и слушать, вы начнете отчетливо слышать. Да, нет, сделай это, сделай то. Вы можете проснуться как-то утром и бегом устремиться куда-то, и Он остановит вас. И внутри у вас будет просто побуждение. И вы спросите, что это, Господь? Вернись и выпей еще одну чашку чая. Господь, мне нужно быть там. Вернись. Что Он говорит? Подожди несколько минут. Зачем? Он знает то, чего не знаете вы. Да. Если вы послушаетесь, вы пропустите там на дороге большую аварию. И за то время, пока вы пьете еще одну чашку чая, они успеют расчистить дорогу, и вы вовремя приедете туда, где вы должны были быть. А если бы вы выехали тогда, когда вы собирались выехать, вы могли бы стать частью этой аварии. Знаете, у нас есть не одно такое свидетельство с 11 сентября. Если я правильно помню, один человек решил в тот день отвезти на машине свою дочку в школу. Отвезти ее в тот день на машине. И из-за этого он опоздал на работу. Она захотела остановиться и купить мороженое. Да, именно так и было, что-то в этом роде. И он подумал, много таких свидетельств. Он подумал, я вообще не часто это делаю. И они остановились и не попали в эпицентр тех событий. О, Иисус. И подумай вот о чем, Глория. Дэн и Энн Стратон, пастора там, в Нью-Йорке, они перед этим на протяжении нескольких недель учили о крови Иисуса. Учили о защите. Учили о завете. Учили о том, чтобы слышать голос Духа Святого. Следовать за Духом Божьим. Да. Никто из их церкви не пострадал. А их церковь находилась во Всемирном торговом центре. Никто. Никто не пострадал. Никто. Нет, большинство их людей работало во Всемирном торговом центре. Это чудо? Это, безусловно, чудо. Но они слышали от Бога. Бог говорит. Они обращали внимание. И вот чего люди не знают. Ну, я не знаю, как любящий Бог может говорить только некоторым людям. Он говорил, обращался ко всем. Но лишь некоторые его услышали. Ну, я не знаю, как любящая страховая компания могла заплатить только за один дом в этом квартале, тогда как ураган разрушил весь квартал. Что ж, в этом квартале был только один человек, который договорился с этой страховой компанией, чтобы она обо всем позаботилась, если что-то случится. Поэтому дело не в том, любящий это Бог или нет. Дело в том, что вы выбрали. И помните место Писания, которое мы читали?
Да. «Жизнь и смерть предложил я тебе». Жизнь и смерть, благословение и проклятие. Да. Были предложены каждому человеку на этой земле. Да, это правда. Аминь. Оно там. Ну, есть так много людей, которые не знают. Нет, Писание говорит, что ни у кого нет оправдания, потому что любой, кто посмотрит на небеса, любой, кто посмотрит на творение рук Бога, он явит себя им. Любой, кто скажет: «О Бог, кто ты?» Мы являемся партнерами с одним миссионером, который ездит за Северный полярный круг и в другие подобные места. И служит этим людям. И они были там, в одной деревне. И он рассказывал мне, Билл Пренкарт, рассказывал мне о том, что они говорили. Тот молодой человек, и это человек, который живет непонятно где, у него нет доступа к телевидению и всему остальному. Нет доступа ко всем этим другим вещам. Но он сказал: «Целый год мы молились. Мы стояли здесь, и мы говорили: „Кто ты? Приди, скажи нам, кто ты?“» И когда я изучал своих предков, американских индейцев, они знали Бога. Они не знали Его Слова, и из-за Слова Божьего у них возникли проблемы. Позвольте рассказать вам, как это случилось. Они знали Бога. Как? Точно так же. Тот человек стоял там и говорил: «Кто ты?» Он сказал: «Мы молились так целый год». И эти наши партнеры-миссионеры, они почувствовали в своем сердце сильное побуждение поехать туда, к этим людям, и рассказать им о том, кто такой Бог. Они взывали к Богу. Они взывали к Богу. И у Бога был кто-то, кого Он послал к ним. И мои предки взывали к Богу. И они знали Бога. И они взывали к Нему, чтобы знать Его. И Он явил Себя им. Только среди алганкийских племен есть более 50 историй. И племя Чероки является частью алганкинской группы. Есть более 50 историй, как Иисус являл Себя им и исцелял людей. И они знали, кем Он был. Когда пришли испанцы, и у них на шеях висели кресты, и они носили кресты, многие племена побежали приветствовать их, поскольку у них было откровение о том, что означал этот крест. А испанцы просто убивали их, как мух. И с тех пор они не пускали к себе никаких христиан. Но были христиане, которые молились и благословляли их, пока те, наконец, снова не открыли для них свое сердце. И я говорю о следующем. Бог будет являть Себя вам. И Он никогда не являет Себя в качестве разрушителя. Он являет Себя в качестве Творца. Всего хорошего, всего, что есть любовь. Когда вы смотрите на животный мир, то в нем вы не увидите никаких извращений. А вот люди все портят и спутывают. Поэтому я говорю следующее. Мы приходим к Слову Божьему. Да. Мы вкладываем это Слово в наши уста. И когда мы говорим Его Слово, тогда в нас и вокруг нас проявляется Его жизнь, Его благодеяние и преимущество. Опять-таки, давайте вернемся к тому, что сказал Иисус. Он сказал: «Кто имеет Мои слова и соблюдает их, кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня, да. Тот возлюблен будет Это Отцом то, Моим, сказал. И Я явлюсь ему Сам».
как он себя являет, как первосвященник над этими словами в наших устах, его заповедями в наших устах. Он также сказал, «Всякого, кто слушает мои слова и исполняет их, я скажу вам, кому я его уподоблю. Он подобен человеку, который построил дом свой на камне, и штормы налетают на этот дом, но они не могут его разрушить. А человека, который слушает мои слова и не исполняет их, я уподоблю глупцу». Видите, Иисус уподобил первого. Глупый человек, как да. Как он сказал, мужу благоразумному. А этого я уподоблю глупцу. Не сказано, что он был глупцом. Сказано, что он делал то, что делает глупец. Я уподоблю его глупцу, который построил свой дом на песке. Что является этим песком? Песок. Это вавилонская, созданная людьми система, чтобы восполнять нужды человека без Бога. Аминь. Вы видите эту систему, когда люди берут взаймы деньги. Как можно прожить без денег? Никак, если вы не знаете Царство Божье. Когда мы приняли спасение, мы были по уши в долгах. Глория сказала, что она вышла замуж за меня и мои долговые расписки. И так и было. Я не собирался ей о них говорить, потому что мы не были спасены, когда мы познакомились. И я решил, я влюбился в нее сразу же, как только впервые ее увидел. Я не мог рассказать ей о таких вещах. Да, аминь. И она узнала об этом попозже. Но, когда мы обратились к Слову Божьему, спасибо тебе, и оно Иисус говорит, не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви. И оно говорит, что долг является частью проклятия, а у нас ничего не было. Ноль. Но мы верим Богу. Мы стоим на Его Слове. Мы приняли это решение. Это одно из наших преимуществ. И мы приняли это решение стоять на этом Слове и никогда больше не брать займы. Если мы не получим чего-то благодаря Слову Божьему, тогда у нас этого и не будет. И казалось, что у нас никогда ничего не будет. Почему? Мы не знали, как жить в той системе. Не знали никого, кто жил бы в той системе. Поэтому Богу пришлось учить нас, раз мы приняли решение держаться того, что Он сказал. А религия говорила, это невозможно, у вас никогда ничего не будет. Как вы сможете делать то, что Бог призвал вас делать, если вы не будете брать займы деньги? Это Бог призвал меня это делать, поэтому мне не нужно обращаться к этому миру, чтобы получить деньги. Это логично только с точки зрения религии. Это никогда не логично с точки зрения Слова Божьего. Мы просто отдали это в руки Бога и сказали, мы будем делать это по-твоему. Мы благословлены. Мы узнали, что нам принадлежит благословение Авраама, поэтому мы будем полагаться на это. И вот мы 45 лет спустя, и мы пока еще не брали взаймы. Ты испытал в чем-либо недостаток? О, нет. Нет. У меня разве что только не было всех этих неоплаченных счетов и людей, которые бы звонили мне и доставали бы меня требованиями их оплатить, слава Богу. Но мы должны были верить Богу. Мы должны были научиться замолкать и успокаиваться, молиться и слушать. Мы должны были научиться тому, как быть послушными, узнать, каким действительно почтением к Богу является терпение, которое не означает просто мириться с чем-то. Проявлять терпение значит твердо держаться Слова Божьего и позволять Божьему благословению решать это. И было много всего, что, как я думал, нам было нужно, что нам вообще не было нужно. И если бы я брал взаймы деньги, я бы взял взаймы деньги и купил бы это, и потом бы так с этим и сидел. Аминь. Суть в следующем. До тех пор, пока мы живем в Царстве Божьем, ищем прежде всего Царя и Его Царство, слова Царства Божьего, говорим их, я никогда, ни при каких обстоятельствах, нигде не скажу своими устами, что я болен. Я не буду этого делать. Я не буду подчинять свое исповедание проклятию. Иисус. Да. «Мой Господь, и ранами Его я исцелился». Когда я это говорю, Он творит плод моих уст. 57 глава Исаии. Так, это вера. Вы высвобождаете в словах силу веры. И когда вы первый раз это делаете, и вы уже делали это в первый раз, потому что именно так вы родились свыше. Если вы приняли Иисуса как вашего Господа и Спасителя, то именно так вы это и сделали. Если вы этого не сделали, вам нужно сделать это прямо сейчас. «Иисус, войди в мое сердце.
Писание говорит, если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, послушайте дальше, а устами исповедуют ко спасению. Это духовная сила веры, которая наполняет ваш дух, настоящих вас, и делает вашего внутреннего человека не просто прощенным, а пересотворенным по подобию Иисуса Христа из Назарета, таким же чистым и более сильным, чем был Адам до того, как согрешил. Слава Богу! Аминь! А вот разум нужно обновлять. И тело должно быть изменено и восстановлено. И уста научены говорить праведно. Аминь. Да. Именно так мы живем верой на этой земле. Поэтому я не собираюсь говорить слова проклятия. Я не буду позволять своим устам становиться не на ту сторону. Я буду хранить их там, где они сейчас. Потому что я хожу в этих преимуществах. Он насыщает мои уста хорошими словами, так что обновляется, подобно орлу, юность моя. Господь творит правду, или праведность, и суд всем обиженным или угнетенным. Аминь. Вам не нужно, чтобы для вас это делал профсоюз. Если вы знаете, как, Писание говорит, «Дайте место мне отмщение, я воздам», говорит Господь, «и не пытайтесь себя защищать». Он не говорит о том, чтобы вы не защищали себя, имея здравый смысл. Нет. Когда кто-то пытается застрелить вас или еще что-то, нет, он говорит не об этом. Он говорит обо всех этих судебных исках и других вещах, когда люди набрасываются на вас и пытаются разрушить ваше служение, пытаются разрушить вашу жизнь. Именно об этом говорил Иисус, когда сказал «обрати другую щеку». Он говорил это не для того, чтобы вам могли дать по голове с другой стороны, нет. Да. Он говорил о благословении Господнем, когда сказал это. Он говорил о том, что полагаться на это благословение. Слава и Богу. Это благословение является стеной, слава Богу, построенной вокруг вас. И когда у вас есть вера в это благословение, он сказал, когда они требуют отдать одну рубашку, отдайте мы вторую. Посейте ее, как семя. Полагайтесь на то, что благословение возместит вам это. Не полагайтесь на то, что судебный иск возместит вам это. Аминь. Боже мой, забудьте про правительство и что они могут сделать. Они уже показали, что они могут сделать. И я не навожу проклятие на правительство. Нет. Мы молимся за наших лидеров. Это не их работа нас обеспечивать. Но это не их работа нас обеспечивать. Но мы живем в Царстве Божьем. В Царстве Божьем. Мы граждане. Мы прямо там. Библия говорит, что мы да. сейчас являемся гражданами семьи этого Царства. Вера. Это то, где мы живем. Ну да, но вы сейчас, живете в Америке. Да? Иисус родился не в Америке. Я постоянно разговариваю с людьми со всего мира. Слава Богу. Но верующие, которые живут, Аллилуйя. Приходят верой. Послушайте, да. я разговаривал с людьми, которые преуспевают посреди... Иисус сказал, если вы скажете этой горе, поднимись и вернись в море, и не усомнитесь в сердце своем, Аллилуйя. Но поверите, что сбудется по словам вашим, будет вам, что не это скажете. Работает. Вы получите да. это. Плохое или хорошее, Аминь. Вы получите то, что вы говорите. В заключение, позвольте напомнить вам. Я начал говорить это минуты назад. Это первые слова, когда вы их говорите. Они не проявляются сразу же у вас на глазах. Нет, 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 нет. Вы учитесь. Это созидается. Вера созидается. Вера приходит. Вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. И вы слышите его, когда оно выходит из ваших уст. Говорите его, молитесь ему, да. мыслите им. Будьте открыты для исправления. Не будьте обидчивыми. Пусть у вас да. будет партнер, как начинали мы с Глори. Когда я говорил что-то глупое, она говорила, это твое исповедание, и оно исполнится. Я говорил, это женщина, которую ты мне дал. Нет, не обижайтесь и не расстраивайтесь. Кейт и Филлис говорили, раз ты так говоришь, да, вы говорите, о, мои ноги просто убивают меня. Да. Раз вы так говорите. Я думаю, вы поняли. Аминь. Пятница на передаче «Победоносный голос верующего» всегда является днем пожертвований. И на то есть причина и цель. Когда несколько лет назад я готовился к одной из передач, ко мне пришло слово от Господа. Он сказал, «Я хочу, чтобы ты сделал в пятницу день пожертвований». Это как раз увязывается с тем, о чем мы здесь говорили. Он сказал, «После того, как ты преподавал людям Слово Божье, когда они вкладывают его в свое сердце, вкладывают его в свой разум,
в свои уста и в свои представления, им нужно ответить на него, как сказано в синодальном переводе Библии, поделиться или ответить тебе, посеяв семя, и затем, сделав это их откровением, а не твоим. Это не то, что говорит брат Копланд, это то, что говорит Слово Божье. И это мое. То есть вы можете участвовать в этом. Участвовать в этом. И здесь говорится, участвуя, да? Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет лени. Главным образом это слова, потому что Иисус сказал, сеятель сеет слова. И когда вы сеете слова тления, тогда именно это вы и получите. Да. Когда вы сеете в дух, вы говорите слова жизни, от духа пожнете жизнь вечную. В ответ на эти слова вы сеете семя в естественной сфере, то есть пожертвование. Вы пожинаете жизнь вечную. Это греческое слово «зоэ», которое означает «жизнь Бога». Эти слова там. И затем, когда вы отвечаете тому, кто преподавал это слово, вы отвечаете их служению, вы отвечаете на эти слова. Только после того, как помолились об этом и спросили Господа, как, когда, где, сколько и так далее, тогда это слово укореняется в вашем внутреннем человеке. И оно начинает производить веру. Вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. И она выливается в слова и начинает высвобождаться. И тогда это становится вашим откровением, и оно начинает работать в вашей жизни, и оно будет работать все время, как эта сила. Отец, мы молимся за эти пожертвования. Мы принимаем во имя Иисуса, мы высвобождаем стократный урожай во имя Иисуса. Если вы хотите заказать наши книги, воспользуйтесь адресом на вашем экране. Напишите нам. Будьте частью хорошей церкви. Мы с Глорией увидим вас в понедельник. А пока помните, что Иисус — Господь.